Алло, гости, с вами Музи, это первый выпуск тактики ставок на сайте csgostrong.com. И сегодня мы будем ставить по автоставке, и я такую тактику четкую нашел, где реально можно подняться. Также хочу показать для новичков, что этот сайт сменил систему. Теперь у нас депозит и вывод работают через другой сайт. Когда вы нажимаете вывести или пополнить, у нас открывается сайт skintraders.com. Вы депозитите вещи на этот сайт, нажимаете здесь refresh, на skintraders у вас будут уже какие-то очки. Потом вы вводите количество данных очков, коинов, нажимаете transfer from skintraders to CSGO Strong, CSGO Cosmo, куда хотите. Нажимаете transfer, и все, у вас просто перекидываются монеты. Также и со стронга, нажимаете сюда со стронга в skintraders, выбираете сумму, которую у вас здесь, баланс, который вам нужно вывести, именно та, которая у вас есть. Также нажимаете здесь refresh, и у вас будет показываться, сколько можно вывести. Нажимаете transfer, и здесь уже можете выводить, если у вас на skintraders будет баланс. И короче, как мы будем ставить? Значит, я это все ускорю, и вы увидите то, что реально можно будет подняться. Нажимаем старт. У нас, значит, выбираем последний цвет. При поражении умножаем ставку в 2 раза. Ставки на зеленые выключены. И все, в принципе, ставка по 5 баксов. Потому что у нас сегодня на балансе 140 баксов. Короче, чуваки, вы сами видели, что просто было. Конечно, это было все очень быстро, я уверен. Бот нам поднял 115 баксов. Вы просто вдумайтесь, какое это число в сумме. Короче, вот такой вот у нас первый выпуск тактики ставок на csgostrong.com. И вы видели то, что он нереально работает. Также, если у вас очень маленький баланс, то, например, бакс или 2 бакса и... Короче, от такой суммы, то советую вам ставить самим на последние числа, потому что бот ставит минимальную ставку только 50 центов, то есть 50 монет. Ну и я буду выводить просто нереальное оружие и все. Так вот, у меня на SkinTraders уже 265 баксов, вот Strong я обновил. Так, и пишем число 26500, так, и получается выводим со Strong на SkinTraders, нажимаем трансфер. Все, transfer successful. Все. Вот у нас на SkinTraders 265 баксов. И теперь мы можем выводить. Ну и здесь просто выбираете, какое вам нужно оружие. В данном случае у меня ножик. Нажимаете «Я не робот». И нажимаем «Withdraw skins». Короче, если вам понравился данный видеоролик, не забудьте подписаться на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. И всем удачи, всем пока. На, я стекаем. Это я рыгнул.